Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Живи в Сочи». Меня зовут Никита, кто не знает. Сегодня мы первый раз снимаем с оператором. Решили мы попробовать все-таки привлечь оператора. Ну и сегодня такое у нас первое пробное видео. Сегодня я хотел рассказать вам о перепродаже в данном жилом комплексе. Это у нас Альпика 18. Вчера собственник уже оформил договор купли-продажи в юстиции. В общем, можно покупать квартиру уже в ипотеку. Дом уже готов, сдан. Ну, я предлагаю уже пройти в квартиру и посмотреть ее. Квартира, тем более, на 14 этаже, должен быть классный вид. Ну и, как обычно, цену я скажу в конце. Итак, друзья, мы поднялись по лесенке. Подъем, в принципе, небольшой. Для Сочи так это вообще фигня, я уже привык. Вот он у нас, въезд на парковку многоуровневую. С правой стороны вы можете увидеть небольшую детскую площадку. Ну, хотя бы спасибо, что она есть. И я предлагаю уже подняться непосредственно в квартиру. Итак, друзья, я поднялся на 14 этаж. Проходим в сам подъезд. Подъезд выполнен в желтых тонах. Я не знаю, почему именно такой цвет выбрал застройщик. Ну, в принципе, все скромненько, никаких себе изысков. И вот у нас наша квартира. Я сам в ней еще ни разу не был. Сейчас поделюсь с вами своими первыми впечатлениями. Скорее всего, виды будут просто шикарные. Вот у нас сосед. Проходи. Да, виды, конечно, просто бомба. Особенно мне нравится с этого. И как раз у нас стерлинчик, да? Давай подождем, пока он приставит. Так, ну все, вроде у нас дрель прекратила свою работу. Хотел вам показать вид. Классный вид. Горы. Слева у нас море. Хотя сегодня у нас уже темнеет и облачно, но вид все равно классный. Окна, смотрю, тонированные. Это очень хорошо для Сочи. Так, ну и пойдем посмотрим вид с этой стороны. Квартира у нас получается угловая. Здесь так вообще шикарный вид. Проходи. Здесь у нас сегодня немножечко горизонт слился с морем, но я надеюсь, будет все-таки видно, да? И вид классный, друзья. Ну и давай немножко квартиру там более подробно снимем. Давайте попробуем пофантазировать, как мы все это дело распланировали бы, если бы это была наша квартира. Ну, здесь, конечно, коридор, здесь просится сюда санузел, соответственно, кухня. Я бы не стал делить это помещение на кучу всяких маленьких помещений. Здесь бы у меня была большая кухня-гостиная с таким классным видом на море. Ну и две комнаты, соответственно. Одну бы мы сделали, наверное, здесь детскую, почему-то она напрашивается здесь детская, не знаю. Ну и здесь, собственно говоря, спальня. Вот она спальня, осторожно, штырь торчит. Спальня, да, с вот таким вот классным видом, просто встаешь с утра и выходишь так с кофейком, смотришь на горы и думаешь о высоком. Вот такие, друзья, видовые характеристики у данной квартиры. Давайте немножко расскажу вам по параметрам. Площадь данной квартиры 58,4 квадратных метра, почти 60 квадратов. Стоимость на сегодня 5 миллионов. Это получается там в районе 83 тысяч за квадратный метр. На самом деле стоимость очень хорошая. Сейчас у нас 100 тысяч за квадратный метр, как минимум вообще на Макаренко. Продажа, в общем, срочная. Собственник срочно хочет продать данную квартиру. Поэтому звоните, пишите, у кого, может быть, у кого-то ипотека. Напомню, дом уже сдан. Вчера собственник оформил все документы уже в юстиции, поэтому можно даже покупать эту квартиру в ипотеку. Статус квартира. И, кстати, что касается коммуникации, здесь коммуникации на крыше стоит газовая котельная, что существенно сэкономит ваши платежи на горячую воду, соответственно. Вот, и такой еще момент хотел с него начать. Для кого вообще подойдет этот дом, в принципе, эта квартира? Я считаю, что здесь идеально для ПМЖ, для постоянного места жительства, именно с детьми. Здесь рядышком, совсем рядом находится школа, детский сад, магазины, здесь остановка общественного транспорта. Ну, в принципе, все рядом.
Ехали мы сюда на машине. В принципе, я тоже живу в микрорайоне Макаренко. Но от Краснодарского кольца, я не знаю, ну, наверное, минут 10, да, мы ехали от силы. Хорошая дорога, не какие-то вот такие вот серпантин, как, например, на какой-нибудь Соболевке. Нормальная, хорошая дорога. Есть там участок, ну, может, 10 метров такая, не очень, она ровная. Но, в принципе, все достойно. Такой вот дом, друзья, звоните, пишите, у кого ипотека. Напоминаю, у нас Женя занимается ипотеками, помогает людям в любых там ситуациях практически. Сейчас сайт появится, наверное, в этом углу, если я не ошибаюсь, в этом. Звоните, в общем, обращайтесь, квартирка ждет вас. Если, конечно, ее не заберет Ирина, для кого, собственно, я говорю, я снимаю это видео, да? Что там? И напоминает мне Василий, надо сказать, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там что-то на колокольчик даже можете нажать, чтобы там оповещение о новых видео вам приходило. Все, всем пока, всем добра и позитива.